Let's go. Вперед. Родители уже свыклись. Ну, первое время, конечно, недопонимание было. То, что я хотела жизнь с музыкой связать. Чем больше говорили, нет, тебе не нужно идти туда, тем больше я... Какая-то у меня есть характер, такая упертость. Я шла наоборот, вот доказывать, нет, я смогу, я хочу. Упертая, ужас. И целенаправленная. Взять такую вещь девочки, это было смело. Все 5 стульев были заняты, когда я вышла уже на сцену. Но я знала, что я сяду. Почему-то у меня была уверенность. Интуиция меня никогда не подводила. Айгерим мне уступила. Айгерим, мне очень жаль, но ты поедешь домой. Ты чё? Какого хрена ты её убрал? Плохо спела. Смотри, прямо они против тебя. Я что-то так поникла и думала, почему же так? Ну, конечно, не хотела отдавать это место. Я не знаю, кто сегодня уйдет, кто останется в проекте. Могут так карты лечь, что ты даже просто офигеешь. Отлично выглядишь, прекрасно. Спасибо. Что поем сегодня? Песня «Карат Мартас», «Жюрюйме жвадуа», «Арналган Эн». Удачи тебе. Сені есім алмадым, мені кешір амадым. Дейсін несін алдадым, тек үнсіз шанарым мене. Кеттің асырып жыра, жаңбыр қосылып жыла. Қалдым кешірім сұра. Спасибо. Классная, да? Классная. Хорошая девчонка. Ну, единственное, нужно поработать над стилем ее. Ну, я с нацией. Я прям руки чувствую. У меня такое счастье, я не трогаю.